Привет всем, ребят. В общем, сейчас нахожусь город Тербуны, Липецкая область, на загрузке. Вот такой завод, где грузится буду. Там вот объездная, вон они КамАЗ там, где едут. Время тикает, время идет. Мы на загрузке стоим. Машин тут. Это еще не все машины. Здесь примерно столько же за ними еще стоит. За теми, за всеми. Так, что у нас сегодня уже вторые сутки, как на загрузке, ну. Вот вторые сутки. Движуху ноль вообще. Здесь стояночка чуть-чуть поразъехалась, конечно. Ну, здесь семечко, пацаны стояли. Вот сейчас стоят все пустые. Все стоят на загрузку. В своей очереди ждут. Я тоже здесь пока перекур. Ну как, не то что перекур. Стоим, магазин сгонял. Взял себе креветочек. Что-то креветок захотелось. Думал мясо взять. Опять съездил здесь еще. Пятерочку заехал, магнит заехал. Нормального мяса нету. Хотел свининки взять. Ну, чтобы нормальное мясо было. Не нашел. Решил креветочек взять. Сейчас буду варить креветки. Так, вода закипела. Сейчас чуть-чуть огонек убавим. На плиточке, в общем, перчик такой у меня тут имеется. Немножко перца. Там вот, правда, не осталось уже. Хоть чуть-чуть для запашка. Перчика. Так, лаврового листа немножечко. Я думаю, хватит. Ой, соль. Само собой. Соли немножечко. Ну, так, всю ее туда. Ну и сейчас креветки так. Нормально, да, по весу креветки продают. Один лед. О. А главное, упаковка не видно, да? Вот здесь вон отверстие небольшое есть, там креветки. Ну, получается, вокруг креветки что? Еще тут чуть-чуть осталось на следующий разочек. Вечерком еще сварю. На вечерок. И вот, в общем, что получилось, да, у нас. Газу добавляем. И все. И запах пошел, блин, пена достала конкретно. Замучился пену убирать. И уже и огонь вообще там еле-еле огонь сделал. Все равно пена лезет и лезет. Ну, запах, конечно, ребят. О, обалденно. Ну вот, что у нас получилось. Будем дегустировать, что получилось. Обалденно. Просто шип. Такая красота. Так что, обалденно. Что у нас сегодня? Третьи сутки идут.
Как мы на загрузке. Ну, вроде сейчас после обеда должен загрузиться. Должен загрузиться. Стояночка у нас такая вот. Машинки чуть пополняются. Вроде уезжают, приезжают. Центрок такой. Так, ну вот, курочку порезал такими небольшими кусочками. Здесь вообще ее мы закидываем сюда. Водичка закипела. Оп. Ну, все, сейчас пару минут покипятится. И будем закидывать суп. То есть такое нехитрое приготовление обеда. Как у нас Колян скажет, с нами пропасть не пропадешь, но горе хапнешь, да? Ну, собственно, сейчас покажу, что суп из себя представляет. Вот такой вот, то есть. Сейчас его чуть-чуть надо будет раздробить. Где тут мусорка у меня? Ну, чуть-чуть его подробить и все, и закидываем. Вот она уже закипела. Сейчас чуть-чуть поварится. Ну вот что получается, ребят. Надо будет водички сейчас кипятить, чуть-чуть добавить, а то не суп получается, а каша, да? Не суп получается, а каша какая-то получается. Ну, то есть чуть-чуть с водой ошибся, просчитался. Ну, кто как любит. Кто пожиже любит, кто погуже любит. Ну, тут комочек чуть-чуть не растворился. Ну, вот она, красота какая. И запах прям как настоящего супа. Такой вот нехитрый способ приготовления в дороге. В кабине. Быт в кабине, да? Как говорится. Вот он какой получился. Все. Это вот апрель месяц у нас такой. Так, ну вот на загрузку заезжаю. Вот такой трубой грузится. В таком месте. Дали вот такую хренотень. Процесс пошел. Это, короче, говорить буду там. Проезжать, не проезжать, когда по рации. Так нормально, да? Вот она какая она. В общем, все, я загрузился. У нас снег валит конкретно. Что, в общем, все, получил ветеринарное свидетельство. Загрузился вчера 6 вечера. Сегодня уже вот 10 утра, получается почти 14 часов, да? Обоих каких 14? 16 часов простоял, прождал вот такое вот свидетельство ветеринарное. Вот из-за одной бумажки еще 16 часов потери. Итого получается загрузкой и с оформлениями всеми документами нужными у меня ушло 3,5 суток на загрузку на одну. Все, до Выборгски добрался. Стою, конечно. Жесть. Разгружают вручную. Ветер, не знаю, слышно, не слышно будет. Груженный. Вот такой, короче, хрень груженный. И так вот лопатами потихонечку разгружать. О, корова уже два приехала, да? Че боюсь?
погружают прям в лужу, обмывает. Коровы сидят им по барабану, сухое, мокрое. Ну вот, фильтр, все, достал его. Таким нехитрым способом. Так, приступаем к сливу масла, да? Так, камеру надо поудобнее.